Всех приветствую. Записываю бой. Турнирный бой. Идет турнир в поисках Наутилуса. Записываю последний свой бой с этого турнира. Все бои я отыграл. Отыграл плохо. Счет 15-30. Вот. Отыграл плохо по нескольким причинам. Первая причина, наверное, это слабо качанный флот. Вторая причина — это рукожопство. Ну и третья причина — давали больших рангов. Частенько давали больших рангов. Ну, еще одна причина, скажем так, ну небольшая, но это причина. Однофракционные бои. Привык я играть против конфедерации здесь. Против сопротивления. Ну, развертка, вы мои видите. Голос тройки. Вот, ящики собираем без болт разведки. Так. Самое главное — выйти быстрее в море. И попробовать кайманчиками рашнуть. Оппонента встретил. На своей половине ящики стараюсь забрать, а дальше как получится. Так, вот здесь я уже вышел в море. Минуты 30, у меня уже две верфи готовы. И есть заказ кайманов. Смотрел я видео в ютубе некоторых бойцов моего ранга. У них верфь ставится только к минуте 30 у некоторых. Минуте 20, минуте 25, минуте 30. Вот, они только начинают ставить, то есть опаздывают где-то на 15 секунд. Вот, я же стараюсь быстрее выйти. Наверное, зависит от прокачки твоего двора. Так, ну вот здесь я вижу, что он только ставится. Только поставился. Я же стараюсь его кайманчиками убить. Плохо получается. Включаю так флота. Вот здесь еще у меня подмога подплывает. Раз, два, три, четыре, пять кайманов. Пять кайманов уничтожают верфь. Она настраивается. Начинаю крутиться возле нее. Так, вот еще один кайманчик, шестой. Благополучно уничтожаю. И принимаюсь за верфь. Все, вот здесь я уже понял, что ему ГГ. Морем ему здесь точно не поиграть. Так, ЦС-очки я достроил. Здесь вот пехотка бегает. Здесь разведка стоит. Так, ну, смысл игры. Мой смысл игры в этом турнире. На земле я вообще внимания не обращаю. Кто там придет с земли? Первая задача — это наделать много аллигаторов. Вот. С моря я его выбил. Теперь мне нужно сделать много аллигаторов. Чем больше аллигаторов я сделаю, тем лучше. И еще один момент интересный. Сейчас, секунду. Примотаю. Поставить стройдвор. Вот я ставлю стройдвор поближе к морю. На самый край. И отстроить торпедную установку. Чем дальше, тем лучше. Чтобы с земли ее не достать. Вот. Так, вот у меня тут один аллигатор имеется. Собираю, значит, ящики. Ну, иду, когда он ко мне придет. Единственное, что я здесь боялся, так как у меня торпедные установки слабые очень. Легко можно было воздухом сбить. Я боялся, что оппонент выйдет в воздух. Очень боялся. Так, вот тут я, значит, разведка заложила, что там на меня что-то движется. И вот здесь вот прилетает ко мне много всего, непонятно чего. И сносит мне тупо базу. Аллигаторов я, значит, особо наделать не успел. У меня два аллигатора и третий доделывается. Собрал всего лишь, смотрит, 4 контейнера. И на меня вот это вот все прискакало. Думаю, вот тебе на, приплыли. Ну все, думаю, проиграл.
последний бой. Думаю, нет, проигрывать никак нельзя, нужно выиграть последний бой турнира. Так хорошо, думаю, все начиналось. И, думаю, закончится тоже должно хорошо. Так, ладно, смотрим, что дальше у нас получится. Три аллигатора на защите базе. Ну, я как бы не боялся, что он мне базу снесет. Вот. Потому что с земли, вот до этой дальней торпедки, он бы никак не достал. А в авиацию ему долго выходить. Пока он выходит в авиацию, я с себя собрал бы все контейнеры. Вот. Ступаю здесь маленько, чтобы аллигаторов не потерять просто так. Так, собираю ящики, если все копится. Так, ну, перемотаю маленько. Ничего интересного, снос базы. Главное защитить дальнюю торпедку. Все остальное не важно. Вот. Уже 7 ящиков собрал. Так, вот здесь я его пытаюсь разведать. Особо ничего не вижу. Так, вот здесь, значит, тремя аллигаторами я его раскулачил. Здесь пролетала стрекоза, впалила у меня вторую торпедку. И вот с этого момента он начал, я так подозреваю, принимать действия. Сейчас увидите, какие. Так, здесь я, значит, застраиваюсь зданиями, отстраиваю опять базу, но не для того, чтобы дальше играть, развиваться, как бы, да, и строить какие-то юниты, а для того, чтобы отвлечь внимание, как мясо, чтобы он пока выбивал здания, я собирал ящики. Так, вот собираю 8-й. Точнее, 9-й ящик. Так, вот здесь опять приходит пехота. Я продолжаю строиться дальше. Так, и мне останется собрать один ящик. Ну, тут пехота долго будет ковырять меня. Так, что делал я? Я отправил аллигаторов на центр. Не знаю зачем. А ящики, наверное, собирал. Вот, здесь он меня, значит, сносит. И вот тут сейчас будет интереснейший момент. Вот, появилось два контейнера и появилась авиация. Просто был в шоке. Я вот просто был в шоке, реально думаю, как так? А у меня всего лишь две торпедки, то есть с земли он меня вынесет брониками, пехоброником. Вот. И воздухом он у меня будет выносить торпедки. Но у меня есть три аллигатора, и взять мне нужно один ящик. Что делаю я? Я начинаю аллигаторы концентрировать возле торпедок и возле вот этого ящика, чтобы сбить ПВО аллигаторов, аллигаторским ПВО кречетов. Так, и сейчас посмотрим, что у меня из этого получится. Вот тут один самолет попал под авиацию, под ПВО. Вот, второй попал, один упал. И второй тоже падает. Я благополучно собираю последний ящик. И победа. Вот это была, конечно, сладкая победа. Последний бой. Вот такой вот бой, друзья. Всем спасибо. Всем пока.